В нынешнем 7-м созыве Государственной Думы Якутию представляет Галина Данчикова, избранная в составе федерального списка кандидатов «Единой России». Наши корреспонденты встретились с парламентарием и узнали, как началась ее работа в качестве депутата Госдумы. Прошел ровно месяц, как депутаты нового созыва приступили к своим обязанностям. Прежде всего, их распределили по основным комитетам законодательного органа власти. Галина Иннокентьевна Данчикова начала свою работу в комитете по бюджету и налогам. В составе комитета у нас 31 человек. Это все, наверное, знают, что это комитет достаточно такой ведущий. И особенно сейчас очень напряженное время у нас, напряженный период. Это рассмотрение поправок к бюджетному кодексу, к налоговому кодексу, подготовка бюджета на трехлетку. Я являюсь председателем подкомитета по межбюджетным отношениям и членом трехсторонней комиссии. Поэтому сейчас работа очень напряженная идет. Все депутаты достаточно опытные в составе бюджетного комитета. И сейчас работаем над бюджетом 2017-2019 года. Наша Галина Иннокентьевна сделала ставку на тех, кто хорошо знает республику. Да и сама она постоянно на связи с руководством Якутии. Только так можно решать важные для республики вопросы. Для себя я четко определила, что никакого отрыва от республики Саха-Якутия не будет от моей родной республики. И я постоянно общаюсь с коллегами, и я выстрою системную работу исполнительных органов власти субъекта Республики Саха-Якутия с законодательными органами, с Госдумой, Совета Федерации. Я всю эту работу сделаю системно. Наталья Сазонова, Михаил Кулаков, НВК Саха, Москва.